ГТРК «Чуваша» и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию. Нужно помочь 7-летней Лизе Семиеновой из Канаша. У девочки детский церебральный паралич, и она нуждается в лечении в Институте медтехнологий в Москве. Чтобы помочь собрать средства на лечение, достаточно отправить слово «дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. 7 лет назад Наталья Семьенова родила девочек-близняшек. Дочки появились на свет раньше срока. Лиза была крупнее, но слабее сестренки, с неразвитыми легкими. В реанимации девочка начала дышать самостоятельно, но врачи поторопились отключить аппарат искусственной вентиляции, и малышка стала задыхаться. В дальнейшем ее пришлось долго лечить. Сестра Марина развивалась хорошо, а Лизе приходилось бороться за жизнь. ДЦП в форме спастического тетрапареза. Таков диагноз врачей. Но девочка очень старается стать такой же активной, как ее близняшка. Хочу, чтобы Лиза ходила, говорила, бегала со мной на улице и прыгала. Девочку лечили и в Чебоксарах, и в Казани, но результат минимальный. Мама постоянно занимается с дочкой, она освоила все необходимые упражнения. И сама Лиза старается, терпит, преодолевая боль. Я уже вижу, что она сообразительнее, больше слов появилось, уже она повторять начала слова, и уже она стала мягче. Раньше, если, допустим, мы очень с трудом переставляли ноги, сейчас она уже лучше ходит, уже прям хочет ходить и не хочет на коляске сидеть вообще. Лиза понимает речь, но произносит всего 15-20 слов. Сильная спастика не дает ей развиваться и двигаться. У Лизы детский церебральный паралич в форме спастического тетрапареза. Необходима госпитализация. Надо снизить патологический тонус мышц, чтобы развить двигательные навыки, мелкую моторику и речь. В Институте медицинских технологий там хорошее будет обследование на высоком, профессиональном уровне. Хотелось бы, чтобы московские специалисты нас тоже посмотрели. Вот, и поставили свой диагноз, дали рекомендации. Институт медицинских технологий сам за себя говорит, мне кажется. И вот большое им спасибо, что они нас берут, что они нас уже про нас, они все знают. И обещают, что у нас будут хорошие улучшения. Мама воспитывает дочерей одна, и ей нужна помощь. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 115 430 рублей. Одна московская компания внесет 50 тысяч рублей. Не хватает 34 тысяч. Для помощи Лизе отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Лиза хочет и может стать здоровой.